Всем привет! Мы продолжаем корейскую серию «Вкус детства». И сегодня у нас в гостях Lotte Chocopie Cacao, еще одно лакомство от южнокорейской фирмы Lotte. С историей этой фирмы мы с вами давно знакомы, и поэтому хорошо помним, что и саму идею Chocopie, и его название фирма Lotte заимствовала у Орион в 1979 году. Ну, Lotte Chocopie Cacao выпускается только с 2015 года, так что это довольно новое и совершенно аутентичное лакомство. Тем более, что свой шоколадный Chocopie у фирмы Orion появился совсем недавно, буквально в этом году. Он называется Orion Chocopie Dark. Сравнением этих двух лакомств мы обязательно займемся в одном из наших следующих выпусков, а пока поговорим о Lotte Chocopie Cacao. В отличие от классического Lotte Chocopie, отзывы на него в целом положительные. Публика приняла его тепло и уже успела полюбить. Так что и нам с вами сам Бог велел познакомиться с этим лакомством поближе, чем мы сейчас и займемся. Lotte Chocopie Cacao упакован в коробке из плотного картона, приятного шоколадно-коричневого цвета. Помимо логотипа фирмы Lotte, мы видим символическую медаль премиум качества, сообщающую нам, что продукт производится с 2015 года. В правом нижнем углу зеленый значок соответствия системе безопасности пищевой продукции HACCP. В левом углу логотип литературной премии «Лицей», спонсором и соучредителем которой является фирма Lotte. На боковой поверхности информация о пищевой ценности. На обратной стороне состав и информация об изготовителе Lotte KF Rus. Судя по всему, для стран СНГ фирмы используют один и тот же макет упаковки, где информация продублирована сразу на 8 языках, из-за чего прочитать ее, особенно на небольших пачках, будет достаточно сложно. Сверху представлен ассортимент семьи Lotte: палочки пепера, печенье фитнес и шоколадные кубики Dream Cacao. В нижней части сертификат EIS, зеленый значок добровольной сертификации ГМО и логотип Калужской области, так как завод фирмы Lotte находится в Обнинске. Открывается коробка достаточно легко, просто потяните за боковую ленточку. Каждое печенье имеет индивидуальную упаковку типа Flow Pack, благодаря которой его удобно брать с собой в качестве завтрака. С внутренней стороны упаковки нанесена отражающая поверхность, продлевающая срок годности пирожного. Каждое печенье равномерно покрыто шоколадной глазурью. На ощупь оно мягкое, но приятно пружинит при надавливании. Разламывается легко и сильно не крошится. Внутри у него бисквитное тесто шоколадно-коричневого цвета с ощутимым вкусом какао. Оно прекрасно сочетается как с кофе, так и с чаем. Любопытно, что если на оригинальный Lotte Chocopie подавляющее большинство отзывов отрицательны, то Chocopie Cacao от той же самой фирмы публика встретила очень тепло. Отзывы на него полны восторга, любви и обожания. И хотя его состав все же насторожил нескольких сознательных потребителей, русский человек голосует за продукт сердцем. Chocopie вдвойне вкусней, если ночью и нельзя. Большинство ингредиентов Lotte Chocopie нам уже известны, поэтому сегодня мы остановимся только на тех из них, которые нуждаются в отдельном пояснении. Какао-порошок алкализованный. Его получают из обычного какао-порошка путем обработки щелочами. В таком виде он намного вкуснее и ароматнее, а его цвет темнее и насыщеннее. Подсластитель D-сорбитол. Получается путем гидрирования глюкозы. Калорийность сорбитола в полтора раза меньше, чем у сахара. На его основе часто изготавливают продукты для диабетиков, а еще он безопасен для зубов. Но при чрезмерном употреблении сорбитол может оказывать слабительное действие, о чем, надо сказать, производитель честно сообщает на упаковке. Также этот подсластитель может вызывать серьезные заболевания глаз. Суточная норма его потребления не должна превышать 10 грамм. Меланж яичный – это пастеризованная смесь яичного желтка и белка.
очень часто применяется в пищевой промышленности, так как транспортировка сухой смеси и проще и дешевле, чем куриных яиц. Разрыхлители. Аммониоуглекислый или аммониевая соль угольной кислоты широко используется в кулинарии в качестве альтернативы дрожжам из-за своего свойства выделять газ при разложении. В чистом виде очень опасен, так как выделяет он все-таки аммиак, но в готовой продукции считается условно безвредным. Кальций-монофосфат, регулятор кислотности, улучшитель муки, разрыхлитель и стабилизатор. В малых дозах служит полезным источником фосфора и кальция, в больших может быть аллергеном, вызывать приступы удушья и астмы, а также заболевания желудочно-кишечного тракта. Загуститель ксантановая камедь. Это полисахарид, получаемый путем ферментации сахара специальными бактериями. Используется в качестве стабилизатора. С ним продукт меньше теряет влагу, что продлевает его срок годности. Для человека он не опасен. Полиглицерин и полирициноляат – соединение жирных кислот, получаемые из касторового масла или клейковины. Если соевый лецитин применяется для уменьшения текучести шоколадной глазури, то полиглицерин насыщает ее жирами, что позволяет производителю здорово экономить на какао-масле. Считается условно безвредным, хотя превышение его суточной нормы может обострить заболевания почек и печени. Сорбитан-тристиарат – поверхностно-активное вещество, которое используется для придания пищевым продуктам нужной консистенции. Тот случай, когда научно доказанный вред продукта не привел к его запрету. Считается малотоксичным веществом. Превышение его суточной нормы употребления ведет к фиброзу, задержке роста, увеличению печени, а также может способствовать накоплению организмом жира. Но пока запрещен он только в Германии. Хайфома – гидролизованный растительный белок, применяемый в качестве альтернативы яичному белку. Придает суфле воздушность, задерживая в нем воздух. Отличается большей стабильностью и высоким пенообразованием. Экономичен. 400 грамм вещества заменяют 1 килограмм яичного белка. Также он снижает микробиологические риски. VPN-гидролизированный соевый белок. Химически частично разрушенные белки сои, полученные из обезжиренной соевой муки. В пищевой промышленности он усиливает вкус и запах. Превышение дозы может вызывать кожные высыпания. Как и все остальные соевые продукты, он влияет на гормональный фон. Беременным и кормящим женщинам от употребления продуктов его содержащих лучше воздержаться. В последнее время стало модным разогревать чокопай в микроволновке. Хайп вызвал пост в Твиттере от 28 сентября 2016 года, где утверждалось, что от нагревания чокопай становится в два раза больше и вкуснее. Мы тоже решили это проверить. Поставим чокопай в микроволновку. Зададим время. Как видите, увеличивается только пастила, но при охлаждении она быстро сдувается до прежних размеров. Шоколадная глазурь от нагревания тает, а вот бисквит остается стабильным. На вкус это практически не влияет. Калорийность лота чокопай какао 443 килокалории на 100 грамм. По энергетической ценности он занимает промежуточное положение между Milky Way и Mars, и это довольно неплохой результат. Жирность 19 грамм на 100 грамм, что сопоставимо с батончиком Mars. Белки 5 грамм на 100 грамм, углеводы 62 грамма на 100 грамм. Вот такой он, лота чокопай какао. Несмотря на обилие положительных эмоций, которые он нам дарит, его состав вызывает серьезные нарекания. Поэтому даже если вы купили очень большую пачку, лучше не употреблять больше одного печенья за раз. Впрочем, решать в любом случае вам. А на сегодня это все. Сладкого вам дня!